почему Стротману нужно играть очередная атака Ливерпуля. Салах целит! Повтор. Следить за тем, как они играют. Они запутались в итоге. Жезус передавал игрокам, он играл по нему с самого начала. И в результате Салах на 35-й минуте воспользовался тем, что у игрока соперник. Повтор предыдущий был идеальным для того, чтобы...